Шеф-повар Максим Григорьев. Суп из краснокоченной капусты. Сегодня хочу познакомить вас с очень красивым и вкусным супом из краснокоченной капусты. Суп получается очень интересного фиолетового цвета, вкусным, наваристым, с ярко выраженным вкусом овощей, не сильно жирным, но сытным. Время приготовления – 45 минут. Ингредиенты. Вода 2 литра. Капуста краснокочанная 200 грамм. Картофель 2 штуки. Куриное бедро 300 грамм. Лавровый лист 1 штука. Лук репчатый 1 штука. Масло подсолнечное рафинированное 2 столовые ложки. Морковь 1 штука. Соль 1 столовая ложка. Чеснок 2 зубчика. Шаг 1. Для работы нам понадобятся куриные бедра, краснокочанная капуста, морковь, лук, чеснок, картофель, подсолнечное масло, лавровый лист, соль. Шаг 2. Бедра, 300 грамм, хорошо промыть и выложить в кастрюлю с водой. Довести до кипения. Проварить 1 минуту и отвар слить. Залить бедра свежей водой, 2 литра. Довести до кипения и проварить 5 минут. Шаг 3. Тем временем очистить и нарезать небольшими кусочками картофель. Шаг 4. Выложить картофель в кастрюлю. Добавить соль, 1 столовая ложка. Готовить под крышкой на огне ниже среднего 10 минут. Шаг 5. Добавить нашинкованную краснокоченную капусту, 200 грамм. Готовить 15 минут. Шаг 6. Тем временем очистить 1 морковь и 1 лук. Лук нарезать кубиками, а морковь натереть на терке. Обжарить лук и морковь на подсолнечном масле, 2 столовые ложки, 3-4 минуты. Шаг 7. Вынуть вареные куриные бедра. Отделить мясо от костей и нарезать его небольшими кусочками. Вернуть мясо в суп. Также в суп выложить обжаренный лук и морковь. Шаг 8. Проверить суп еще раз на соль. Выложить в суп 1 лавровый лист. Снять кастрюлю с огня. Чеснок очистить, пропустить через пресс, выложить его в суп 2 зубчика. Накрыть кастрюлю крышкой и оставить на 5 минут. Шаг 9. Суп из краснокоченной капусты готов. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.